В 20-е годы прошлого века фирма Chrysler решила освоить бюджетный сегмент авторынка и продавать больше машин. Но престижный статус марки не позволял выпускать под ней бюджетные модели. Тогда и было принято решение о создании нового бренда Plymouth. А это одно из его творений – Belvedere 1954 года выпуска. Это первое поколение модели, воплощение надежности и простоты. Конечно, как ее представляли в 50-е. Перед нами полноразмерный заднеприводный рамный седан. Название Belvedere переводится с итальянского как «прекрасный вид». За красоту отвечает обилие хрома, плавные линии, изогнутые стекла. Обратите внимание, на капоте фигурка парусного корабля. Именно на таком в Америку прибыли первые переселенцы из Англии. Там, где они причалили к берегу, теперь расположен город Плимут. Как и полагается американцу, у автомобиля крупные бамперы с клыками, а сзади небольшие плавники, которые потом в угоду моде делали все больше и больше. Под капотом рядный шестицилиндровый нижнеклапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 3,8 литра мощностью 110 лошадиных сил. В салоне без излишеств. Не забывайте, что это все-таки эконом-класс. На приборной панели стоят часы, есть отопитель салона. Вот, пожалуй, и все. Двигатель работает тихо, как и подобает рядной шестерке, но скорость машина набирает достаточно быстро. Правда, в поворотах слегка кренится, и на тормозную педаль нужно нажимать с усилием. Чувствуется нехватка вакуумного усилителя. Максимальная скорость 135 км в час. Первое поколение Plymouth Belvedere выпускали всего один год и произвели только 32,5 тысячи таких машин. Это был надежный и качественный автомобиль из толстого металла, но для начала 50-х годов уж больно консервативный. Сейчас он кажется нам образцом элегантности и ретро-шика, а тогда его прозвали «сундуком» и «машиной для пенсионеров». Поэтому уже спустя год компания провела основательный рестайлинг, пригласив дизайнера Вирджила Экснера. С его приходом модель преобразилась. У нее появился более мощный мотор, коробка-автомат и модная внешность. Plymouth Belvedere пережил 11 поколений и закончил свой путь на конвейере только в 1970 году. Ну а эта проба пера не похожа ни на одного из своих потомков.